так мы вылетаем в Россию. Сейчас находимся в аэропорту Анталии, терминал номер 2. Уже прошли регистрацию и отправляемся в зону посадки, в зеленый коридор. Билеты мы купили на сайте Аэрофлот. Обошлись они нам в 54 тысячи на троих, без багажа. Так что летим. Стоим на посадку в самолет. Вылет 13:20. Ну что, прибыли мы в Москву. Все нормально, приземлились. Летели 5 часов. Нас еще и накормили в самолете в Аэрофлоте, так что мы остались довольны. Первый раз летели Аэрофлотом. Даже не думала, что такой сервис там. Ну, все нормально. Продолжаем движение к дому. Окраина города Московская область, Клин. И самый популярный магазин в России. Вот этот. Виноводочный. Ну вот, наконец-то добрались мы до дома. Сколько-то ночей мы здесь еще переночуем. И вернемся обратно в Турцию. На сегодня у нас все. Всем пока.